Марсово поле – одна из площадей в центре Санкт-Петербурга, примыкающая с запада к Летнему саду и выходящая на Троицкий мост через Неву. Южными ее соседями являются Михайловский замок, Михайловский сад и мемориальный храм на Крови на месте смертельного ранения Александра II. Называть бывший пустырь, где проводили военные парады, Марсовым полем, стали после установки обелисков полководцам Румянцеву 1798 год и Суворову 1801. Памятник Румянцеву в 1818 году переместили на Васильевский остров, на площадь его имени. Но название площади Марсово поле в честь бога войны уже прижилось. Изменили название Марсово поле в 1918 году, когда комиссия во главе с Горьким избрала его местом мемориального захоронения жертв уличных боев февраля 1917 года. Комиссию по строительству уже после Октябрьской революции возглавил министр просвещения Луначарский. Он же лично составил 8 подписей на плиты, выглядящие слишком помпезными по смыслу. Тогда площади дали название «жертв революции», собираясь ограничиться только уже проведенными захоронениями. Но в 1918 году летом похоронили Володарского, затем Урицкого. Эти убийства вместе с ранением Ленина стали поводом для красного террора. Жень, привет! Пойдем поиграем, смотри, что у меня есть. Ну, хорош, зачем тебе это белое перо? Бери вот эту тарелочку, поднимайся и пойдем скорее. Ну весело же, в Петербурге, на Марсовом поле. О таком только мечтать можно. Давай. Поймаю, не поймаю, поймаю, не поймаю, ловлю. Ты специально так кинул, да? Лови! Специально для тебя низкий полет. Жук, 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 жук! А еще это самая главная лежанка Санкт-Петербурга. Ведь здесь все лежат, все сидят. Потому что здесь, видимо, самый мягкий газон во всем городе. Мне кажется, это место как Дворцовая площадь, только в траве. Ведь все здесь обустроено для людей. Здесь очень много деревьев, здесь очень много скамеек. Здесь есть большой такой массивный мемориал. Посмотрите, люди здесь кайфуют, и очутившись здесь, ты отрезаешься от шумного города. Здесь очень тихо, спокойно, здесь можно лечь, посмотреть на голубое-голубое небо. Ну, а если не очень повезет, на хмурое-хмурое, дождливое небо. Здесь классно как летом, так и зимой, и поэтому мы вас ждем здесь. Здесь очень здорово и очень-очень зелено. Жень, тебе понравился этот парк? Да, очень. Он такой здоровский. Вот подтверди, что несмотря на то, что здесь захоронение, это место просто пышет благодатью, спокойствием. И я познакомилась сегодня с такими многими людьми. Представляешь, я увидела трюки с собаками. Я будто бы в цирк сходила. Я сходила в зоопарк, погоняла голубей, я нарвала трапки, сходила в ботанический сад. Ну это же здорово, здорово. Да, да, здорово. А ты не хочешь уехать уже отсюда? От тебя подальше? Нет, ну просто, может, ты уже устала гулять. Мне очень нравится. Нет, не хочешь, да? Я предлагаю тебе пойти подальше куда-нибудь. Куда? От меня. Тебе же нравится это дело. Хорошо. Ладно, пойдем сходим, например, к Спасу на Крови. Красивый же храм. Пойдем? Давай, посмотрим? Давай, сходим. Пойдем. Хорошо. Прекратили здесь кладбищенскую деятельность только в 1933 году, когда на площади уже было оформлено парковое пространство.
В 1944-м Марсово поле обрело прежнее название. Первый в нашей стране вечный огонь появился в центре мемориала в 1957 году по проекту «Майофиса». Его разожгли факелом, подожженным от мартеновской печи Кировского завода. Хотя сохранение горящего очага было свойственно еще первобытным людям, в целях почитания его впервые использовали во Франции. Пламя зажгли у могилы неизвестного солдата Первой мировой войны в 1923 году. Такой же мемориал в честь воина Второй мировой появился в 1946 году в Польше. Марсово поле сохранило обширные травяные газоны, раскинувшиеся среди кустов сирени. Именно здесь, а не на садовых скамейках, концентрируются отдыхающие петербуржцы. Газоны не имеют никаких ограждений. Зеленая зона достаточно просторна, используют ее разнообразным способом. Простые спортивные игры, пары с ракетками или летающими тарелками, даже собаки со своими дрессировщиками – здесь обычное явление. Мраморные плиты в центре не слишком заметны и не так посещаемы, как само Марсово поле с его лужайками.